Надежды маленький оркестрик в самом центре города. Фестиваль памяти Булата Акуджава собрал сегодня любителей творчества поэта. Он родился тоже 9 мая 1924 года. Почему-то гельчане считают Акуджаву не одним из лучших, а самым лучшим бардом, узнал Александр Мешков. Мы пьем напропалую, одну, за ней вторую, пятую, десятую, горькую, десантную. С песнями Булата Акуджавы Игорь Пашков познакомился не в армии, как можно подумать, а в баскетбольной секции. Тогда в поездках на соревнования друзья часто исполняли бардовские песни. Сейчас Игорь Пашков руководит клубом бардов «Уралвагонзавода» и сам пишет стихи. Всегда сравниваю с Булатом Шаловичем, потому что, ну вот, мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. Ну, обычные слова просто, а складываются, потом такая картина целая. Булата Акуджаву Игорь считает не просто одним из лучших бардов, а самым лучшим. Сегодня почитатели его творчества собрались у дома, в котором когда-то жил поэт. Фестиваль «Надежды маленький оркестрик» посвящен 89-й годовщине со дня рождения Булата Акуджавы. Проводится он уже второй раз. Вот пока мы разворачивали сцену, кто-то из окон включил песню Акуджавы. Так что он интересен, актуален и вполне исполнибелен для души всех. Участники фестиваля прошли накануне предварительное прослушивание. Честь выступить получили 22 лучших из них. Кроме сольного и коллективного исполнения песен, жюри оценивали также декламацию стихов Булата Акуджавы. Участие приняли не только тагильчане, но и гости из городов Горнозаводского округа. Молодых чтецов и бардов на конкурсе оказалось даже больше, чем исполнителей в возрасте. Значит, Акуджаву продолжают любить, и фестиваль вполне может стать традиционным. Александр Мешков, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.